А теперь о происшествиях. Славянский и еще два соседних района – Крымский и Красноармейский – захлестнула волна краж со строящихся объектов. Полицейские призывают владельцев новостроек быть предельно осторожными и позаботиться о сохранности своего имущества. Строящийся дом или торговый комплекс. Внутри ничего нет, только стены и коммуникации. Красть здесь, казалось бы, нечего. Однако это не так. В Славянском районе появились преступники, которые специализируются на том, что попросту вырезают все имеющиеся в доме коммуникации, начиная от электропроводки и заканчивая радиаторами отопления. Нет ни дня, чтобы не было заявления о краже с объектов, которые люди еще только достраивают, но еще там не живут. Проникают домовладения, снимают настенные котлы отопления, снимают радиаторы, трубы, электропроводку. Все это вырывается прямо со стен и вывозится. За последние 10 дней было совершено 12 подобных краж. География преступлений – это, как правило, садгигант, микрорайон Южный и Копыл, то есть там, где много новостроек. Орудуют преступники и в центре города. Так, в одном из строящихся объектов Славянска на Кубани из стен было демонтировано около 1 километра электропроводки. Сумма ущерба составила порядка 400 тысяч рублей. Хотелось обратиться к жителям нашего города с призывом: не бросайте свои объекты. Там, охраняйте их, проверяйте как можно чаще, чтобы предотвратить те кражи, которые у нас сейчас происходят. Со своей стороны, я гарантирую, что мы задержим преступников. Это дело времени. Но чтобы они как можно больше не творили бед, просим вас тоже быть бдительными. Подобного рода кражи из строящихся объектов также были зафиксированы в Красноармейском и Крымском районах. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».